25 тортов в честь 25-летия независимости испекли учащиеся колледжа связи в Актобе. Их раздали воспитанникам детских домов и одиноким пожилым людям. Кроме того, специально к юбилейной дате ребята сшили 25 национальных костюмов народов, проживающих в Казахстане. Наряды представили на выставке, посетить которую может любой желающий. На ее открытии начинающие модельеры организовали дефиле в лучших платьях, которые уже участвовали в республиканских и международных выставках. Гостей выставки угощали разными лакомствами. Кстати, их тоже приготовили сами учащиеся будущие повара. Наша сегодняшняя выставка называется «25 лет независимости, 25 достижений колледжа». Значит, в том числе и наши спортивные успехи. И таким образом мы подводим итоги того, что 25-летию нашего государства мы тоже не сидим на месте, творчески работаем, творчески обновляем